Увесистые чемоданы, приятная суета и родительское волнение. Оно и понятно, дети уезжают в лагерь. Сын Натальи впервые. Матвей уже в автобусе, поэтому на связи с мамой по телефону. Настроение у сына отличное. Он очень ждал этого дня, рассказывает Наталья. Впереди у мальчика 21 день летнего отдыха. Очень хочется, чтобы ребенок отдохнул хорошо. Наслышано про этот дружбу лагерь очень много хорошего. То, что они играют, там веселятся, у них там проходят игры, соревнования. 350 детей. Столько ребят сегодня заняли места в автобусах. Все они станут участниками первой смены. В дружбе все готово к детскому отдыху. В лагере абсолютно безопасно и созданы все условия для юных владимирцев. Администрация лагеря очень ответственно подошла к этому вопросу. Значит, у нас была комиссия, комиссионная приемка. Мы все посмотрели, в каждое помещение заходили. На сегодняшний момент, я хочу сказать, лагерь приема детей готов. На эти факты особое внимание обращала Алена. Она мама 9-летнего сына. Лев еще никогда не был в лагере. Мама, да, рассказывала, что типа там тусовки, вот это все там будет. Провожает сына Алена с волнением, но точно уверена, такой отдых ему только на пользу. Я очень много в лагерях была, и спортивных, и в обычных, и в дружбе в том числе. Это очень классный лагерь. Очень много лагерей. Ну, у меня классный опыт на самом деле, поэтому ребенка тоже туда. В пути юные владимирцы провели больше часа. Первая смена в дружбе будет тематическая. Ее посвятили гражданско-патриотическому воспитанию. А уже завтра ворота для детей распахнет ИКАР. Этим летом оба муниципальных лагеря примут 2100 мальчиков и девочек. Наталья Забнина, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».